Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Каратаев Игорь, проект GKMart покупки с доставкой товаров из Китая, и я вам хочу показать сегодня часики. Часики фирмы Settler Design, которые пришли нам из Китая. Это копия часов европейского бренда. Что можно сказать о часах? Часы на картинке выглядели немножко иначе, да, то есть они выглядели довольно-таки легкими. По приходу это, увесистый металл, то есть, не знаю, если 5-6 часов взять, это уже достаточно серьезный вес, потому так как одни часы весят 2 с небольшим килограмма. Это вот за счет проволоки и вот этих вот металлических якобы ложек, которые и придают вес. Ну и, соответственно, вот это матовое стекло само, где и находится циферблат. За счет этого креатива всего, то есть, на самом деле, если их повесить, в офис, да, куда-то, то есть, они будут достойно смотреться, вот, в интерьер, я не знаю, я больше склонен к минимализму. Если бы был бы просто циферблат без всяких вот обрамлений, да, вот такой вот мишурой проволочной, они бы выглядели гораздо интересней. Хозяин барин, как говорится, то, что выбрал клиент, мы ему привезли. Он уже их сегодня заберет, поэтому пока не успел, мы решили выложить видео. Всем спасибо. Следите за нами, за нашими обзорами. Всем пока!